место. Вода большая, широкая. Здесь я вот приехал, была вот такая вот трава. Быстренько ее всю подкосил, здесь траву. И сделал себе такое вот место. Закинул уже один себе спиннинг. Вот на кормушку. У меня вот такой синтезатор поклевки есть. Когда рыба будет клевать, натянет леску, но он будет пищать. Вот так. Будет пищать. И я поклевку не проморгаю. Вот, натягиваем леску. И вот одна донка стоит. Сейчас здесь еще понакидают донки. Рыба здесь прыгает, сазан, прям под берегом. Дальше прыгает. Вот. И сегодня еще будем делать шашлык. Я взял вот такие ребра. Вот такие ребра. Сейчас быстренько замаринуем и пожарим. Вот такие ребрышки. Сделаем из них шашлычок. Очень вкусно. Сейчас быстренько их нарежем и готовим. Сыпем. А приправы где все соли? Так, и сразу все в луке делаем. Вот так насыпаем лук. И первое дело, нужно сыпать соль, сколько нужно мяса сразу закинуть в лук. Посыпаем лук и надо его минут 5 пожмыкать, чтобы сок дал. Вот я бы взял вот сока соли на мясо. Вот столько, наверное. И мы сразу весь это делаем. Еще чуть-чуть. Все. И теперь начинаем его мять, чтобы он дал сок. Чем больше даст сок, тем будет лучше. И жмем вот так. Добавим один помидорчик сейчас сюда. Красный. Чтобы процесс был быстрее. Нарезаем вот так потоньше. Этот помидорчик вот так выжимаем, сок, и начинаем вот так еще мять его. И минут 5 вот так делаем, чтобы дал сок обязательно. И так как у нас нет чашки, мы берем пакетик. Прикольно. Вот посильнее пакетик возьмем, крепкий. Все складываем мясо в пакетик. И перемешиваем и оставляем на пару часиков. Можно сразу разводить костер, как костер подойдет, и можно уже готовить. Засыпаем эту штуку. Так, еще самое главное, забыли приправы сразу сюда тоже. Это кинза. Окей, приправы добавляем всегда все понемножку, паприку чуть-чуть. Паприку, черный перец обязательно надо, черный перец обязательно, вот как раз немножко, много нам не надо, черный перец всегда немножко. А вот это что у нас, кинза, наверное, сейчас посмотрим. Окей, кинза, все, больше не надо нам ничего. Еще раз перемешиваем все приправы. Сок начал давать сам по себе. Я всегда мариную вот так. Попробуйте мой маринад. Чашку не взял. И добавляем все в мясо. Чашки нет, так что пакетик. Вот так все подсыпаем. Будет очень вкусный шашлык из ребер, сейчас сделаем. Берем вот так и начинаем мешать. Ну, в общем, так перемешали. Завязываем, чтобы воздух не был. Пусть стоит. Вот так.
закидываем, все. И пусть стоит вот так себе. Все. Идем делать огонь. Ребят, вот такой уголь. Такой уголь в Корее продается. Мусор ни в коем случае не выбрасываем за собой, не гадим. Ну, вот такая полная кружка получилась. И поджигаем. Ребят, вот так вот замариновалось мясо. Убираем лук и начинаем жарить мясо. Запах такой вкусненький. Через 10 минут, ребят, еще раз снимем, покажем. Вика, поздоровайся. Косик, а ты поздоровайся? Ставь лайк. Ну, поздоровайся. Нет. Как тебя зовут, скажи. Меня зовут Косик Алеш. А когда я вырасту, меня будут звать Константин Петрович. Константин Петрович, так не делайте, сейчас грязь полетит на шашлык. А, не-не-не-не-не-не. Ребят, запах идет, обалдеть. Вон какой румяный, какие наши эти ребрышки жарятся. Вкуснотища. Ребят, вот такие ребрышки.